Уже в четверг начнется отчет 5-дневного фестиваля народного творчества. 16-й венок дружбы соберет не одну сотню гостей из 12 стран. Впервые в Бобруйск приедут представители Туркменистана и Палестины. Программа более чем насыщенная. Первым делом организаторы предлагают окунуться в мир художественных голограмм на Горького, 28. Начало в 17:00. В это же время в выставочном зале пройдет презентация работ квилт-клуба «Волошки». Но главная локация – Бобруйск-арена. Уже в 19 часов здесь состоится премьера мюзикла «Магия» Театра Белорусского университета культуры и искусств. На второй день фестиваля, 24 июня, на базе Бобруйск-арены в 3 часа дня откроется город мастеров. Пожалуй, самое долгожданное событие фестиваля, которое соберет более 200 талантливых мастеров со всех уголков Беларуси. Мы очень долго готовились. В городе мастеров будут представлены уникальные вещи, а также сувениры, символика фестиваля. Надеемся, что каждый найдет там что-то свое. Эксклюзив ярмарки – художественная гальванопластика. Это молекулярная картина из металла. Не обойдется без мастер-классов по вытянанке, лозоплетению и резьбы по дереву. В 6 вечера начнется гала-концерт, а в 21:00 на сцену выйдет арт-группа «Белорусы». Спустя час – дискотека. У пульта – диджей Зефир FM. В этом году режиссерская постановочная группа может удивить каждого зрителя, так как полностью будет использован весь амфитеатр нашей ледовой площадки, плюс будут специальные технические экраны подготовлены, вращающая сцена, которая позволит артистам работать на 360 градусов. Продегустировать шкварки, драники, колдуны из разы можно будет уже в субботу. Фуд-флешмоб «Запрошаем смачно есть» развернется у Ледового дворца в 14:30. Через полчаса в парке культуры и отдыха начнется фестиваль красок «Холли». А в 18:00 на территории Бобруйск-арены выступит Руслан Олехно. Не обойдется и без праздничного салюта. Залпы прогремят в 23 часа. После танцы до утра с топовыми диджеями России и Беларуси. И даже на этом сюрпризы не закончатся. Торжественное закрытие, квест-игры и музыкальная терапия. Воскресный вечер горожанам предложат провести на летней террасе кафе «Любимое место». Здесь пройдет шоу мыльных пузырей. Можно будет посмотреть на бальные и спортивные танцы. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Максим Галионко, Бобруйск 360.